Дорогие друзья, мы желаем, чтобы в наступившем году у вас было больше свободного времени для новых встреч с хорошими людьми. Да, люди встречаются, люди влюбляются, женятся. И это прекрасно. Танечка, а сейчас будет еще прекрасней. Эту песню мы услышим в исполнении восхитительного дуэта Юлианна Караулова и Алексей Воробьев. Просто беда. Просто беда. Что просто беда.